Мы продолжаем знакомство с партнерами «Магнита», и сейчас на наши вопросы ответит Диляра Рахимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Говоря о рынке, об изменениях и новых тенденциях, расскажите с вашей точки зрения, что, все-таки что происходит? Я представляю компанию «Нефис Биопродукт», бренд «Мистер Рика», крупнейшего производителя масло-жировой продукции на территории нашей страны. К сожалению, рынок наш не растет, и основной потенциал роста возможен только за счет выпуска новинок, новых продуктов, которые формируют новые потребности у потребителя, новых посовок и новых вкусов. Со своей стороны, благодаря компании «Магнит» нам удалось за прошлый год реализовать много таких проектов. Мы благодарны этой компании, надеюсь, в будущем эта тенденция сохранится, и мы выпустим еще очень много интересных и полезных продуктов для нашего конечного потребителя. Если возможно, сейчас о конкретике, вот за прошедший год, например, самый удачный или один из самых удачных кейсов, который реализовала ваша компания? На самом деле, одним из самых удачных проектов мы, конечно же, видим проекты по вводу, временному вводу продукции в ассортимент форматов магазина дома, то есть так называемый проект «In-Out». Только благодаря им я считаю, что мы имеем возможность показать себя на рынке, обеспечить тот товарооборот, который мы рассчитываем, ну и в конце концов познакомить конечного потребителя с нашими новыми продуктами. А какие планы у вас на следующий год и если вдруг есть что-то, что не удалось реализовать в этом году? Мы рассчитываем, что в будущем году мы также успешно и эффективно будем участвовать в компании «Магнит» во всех новых проектах, во всех начинаниях, в проектах по развитию филиалов, что нам тоже очень интересно. И надеемся, в принципе, что тот уровень коммуникации, который у нас был в 2019 году, сохранится в 2020. Он нас абсолютно устраивает. Уже большая часть конференции позади. Скажите, удалось ли услышать ответы на вопросы, которые хотелось бы, и, возможно, о практической значимости вот такого события, что скажете? Мы на самом деле очень рады, что мы были приглашены участвовать в этой конференции, так как у нас появилась возможность услышать мнение первых лиц компании о том, как будет компания развиваться и какие планы на будущее. Со своей стороны рассчитываем, что по итогам конференции мы, как одного из приоритетных партнеров компании «Магнит», нас позовут в том числе для участия в проектах по кросс-категорийному менеджеру, по развитию филиальной структуры и так далее. Мы готовы. Ну а мы хотим вам этого пожелать. Спасибо вам огромное, удачи вам. Спасибо.